Главное, что сегодня выиграли, мы все рады, хотели добиться этого результата. Очень рады, что получилось забить больше 2-3 мячей, потому что мы мало кого обыграем с разгромным счетом, сегодня это получилось. В принципе, реализовали много моментов, но все равно могли забить еще больше, поэтому надо над этим работать, будем стараться дальше забивать побольше мячей, радость болельщиков. Просто, мне кажется, мы лучше друг друга чувствуем, создаем больше моментов. Вот, это надо отдать должное команде, что есть такие моменты, отдают хорошие пасы. Вот, поэтому просто надо реализовывать, и в последнее время это получается. В принципе, не важно, какой соперник. Они играли хорошо и на Борисов-арене с Батэ, как бы там 1-1 счет был всю игру. Поэтому надо от себя, от своей игры отталкиваться. Я думаю, у нас сегодня получилось хорошо сыграть. Вот. Ну, в принципе, опять же, повторюсь, не важно, какой соперник, все игры очень тяжелые. В принципе, сейчас мы сыграли эту игру, чуть-чуть отдохнем, будем уже на следующей неделе настраиваться. А сейчас надо все силы на восстановление, спокойно готовиться к следующей игре. Будем от игры к игре идти и готовиться.